Всем привет, я покажу свои покупочки. Моя мама отдыхала в Донбассе, вот, и она мне там купила одежду, и сейчас я вам ее покажу. Первая одежка — это вот такое вот платьице, и вот такая вот брошечка в виде божьей коровки. Эти часы мне покупала не мама, но мне ее подарила двоюродная сестра. Вы будете в шоке, что они делают. Вот видите, да, вот такая темнота. И они, ребят, в темноте, короче, светят. Дальше, ребят, это вот такая вот сумочка-переливашка. Секундочку. Вот такая вот сумочка-переливашка. Смотрите, как она красиво блестит. Вау. Это я сейчас специально включила вспышку, чтобы вам было хорошо видно. Это типа кролик вот такой вот. И это, кстати, брелочек. Вот, вот такой вот брелочек. Вот это вот место очень такое пушистенькое, такое, ну, приятненькое. Здесь два цвета. Здесь желтый и вот такой вот розовенький. Очень блестит, когда включаешь вспышку. Это очень красиво, ребята. И вот ушки тоже меняют. Ну, вот такой вот. Сейчас покажу, как он выглядит. Смотри, он такой вот обычный, но очень-очень красивый. Мне очень понравился. Дальше, ребят, это вот такая вот футболка. Вот на вид она обычная даже. Вот на вид она очень обычная и простая. А теперь идемте в темноту, и вы будете просто в шоке. Я не знаю, ребят, но вы, к сожалению, не видите, но она очень красиво светится в темноте. Вот так это с вами была Лилашка Kids. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, когда будете подписываться, там будет маленький колокольчик, обязательно нажмите на него, чтобы вы приходили оповещения моих новых видео. И всем пока, пока-пока!